вы знаете, когда вы увидели самолет? Ну да. Теперь его еще поймать проблема. Не, не срастется. Слишком быстро перемещается. Конечно, шаг на шаг. А как вы загадали, что сейчас будет самолет? Не, я просто увидел, что по небу что-то перемещается. Конечно, я не знал расписание самолета. Ага, я поняла. Так вот, вы как при... увидели, что-то перемещается, сразу увеличили объект. Посмотрели, что за объект, все, вы знаете, что это. Не, ну было бы странно увидеть сейчас в небе что-то, кроме самолета, честно говоря. Так что практически. Самолет спешит аж. Взаимно, счастливо. Так, что у нас? 6 декабря 2019 год. Самолет это хорошо, но жду я Сатурна с кольцами. Юпитера с Галилеевыми спутниками мы, судя по всему, уже прозевали. Так, это Харьков-Полтавский шлях. Зырянская церковь и никаких признаков Сатурна. Ну ладно, подождем еще чуток, пока не промерзли окончательно.